Приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать одну очень эффективную подкормку на томате, а также на огурце. Эта подкормка делается тогда, когда у нас уже на томате появляется первая кисть, а на огурце тогда, когда у него уже есть 5 настоящих листиков. То есть уже условия у нас соблюдены, и сегодня буду делать эту подкормку. Подкормка хорошо у нас развивает корень, а также вегетативную массу. То есть у нас хорошо растет и верх, и низ. Это у нас будет подкормка дрожжами. В дрожжах у нас присутствуют аминокислоты, микроэлементы. Хорошо у нас дрожжи работают с почвой, за счет чего у нас отдаются все вещества нашему растению. И растение у нас хорошо начинает расти. Сейчас покажу, как приготовить вам эту подкормку, а также сколько ее нужно лить под каждый кустик. Итак, поехали готовить раствор. Для приготовления маточного раствора нам понадобятся дрожжи, вода и сахар. Если готовим из сухих дрожжей, то берем на 1 литр воды 10 грамм сухих дрожжей, также ложку столовую сахара. Если готовим из мокрых дрожжей, то берем одну пачку 100-граммовую дрожжей, также разводим в 1 литре воды и также берем столовую ложку сахара. Это у нас идет расчет на 100 растений, то есть далее этот 1 литр маточного раствора мы разводим в 50 литрах воды. У меня сегодня будет приблизительно 50 растений, то есть я развел 5 грамм сухих дрожжей, пол столовой ложки сахара и пол литра воды. Все это добавил в банку, после чего подождал 2 часа. Как можно видеть, пенка пошла, дрожжи работают, и штамп у нас размножился уже. Теперь можно идти поливать наши растения, то есть нужно подождать хотя бы пару часов. И далее покажу уже, как буду подкармливать растения. Теперь, когда маточный раствор у нас уже готов, на одно ведро 10 литров добавляем 200 грамм маточного раствора. И уже этим раствором готовым можно поливать наши растения. Перед тем, как поливать дрожжами, нужно вначале пролить обычной водой. То есть аккуратно поливаем наши растения обычной водой. И далее уже начинаем подкармливать нашей подкормкой. Когда растения пролиты, на одно растение у нас идет 1 пол-литровая банка. И под каждое растение берем и поливаем по пол-литра. Все. Далее растения у нас уже буквально через пару дней попрут. Вы сразу заметите. Дрожжевая подкормка, она очень эффективная. То есть сразу растет у нас и корень, и лист. То есть эффект будет моментальный. Пробуйте. Рекомендую. Точно не пожалеете. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии и используйте данную подкормочку. Все, пока.